Мы приветствуем Карину, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готово. Посмотри визуально, что мешает сканированию. У нее какая-то конструкция странная. Она как юбка на талии. Я не пойму, она как из костей сделана или дерева. И она закрывает как ширма ноги. И там под этой юбкой что-то происходит. У нее как вывернутые ноги в коленях. Сила моего намерения, эта юбка снимается, летит в клетку-тюрьму. Выходит вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, со всем, с чем она соединена. Она и вышла, эта юбка, и под ней сидит демон, и он как будто ест эту боль. Вытягивает этого паразита, кидая в клетку-тюрьму. Соединен какими-то качелями к ее пояснице. Демон вышел? Вышел. Сила моего намерения. Вытягиваю его качели, кидая в клетку-тюрьму. Но не от поясницы, и в ноги идут вниз, такие как распорки или такие конструкции, которые выворачивают ей ноги. Все вытаскиваем. До 100% все выходит. Сканер помогает. Просканируй то, что я еще не видел. Вытащи это все, эту подключку. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Так лучше, Карина? Поднимает ноги, они у нее кровоточат. И она говорит, больно, но лучше. И кровоточит даже. Ступни, да. Вот и этот демон, он как будто кушал вот эту боль красным цветом боль. Считай цифру этого паразита над головой. 18. Хорошо, демоняка. Сегодня у нас будет с тобой очень серьезный разговор. Посмотрим, каким ты уйдешь отсюда. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Карины под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Карины. Находит все. У меня больше нет никого. Сколько ты находишься в этом биополе, паразит? 4 месяца. На каком основании ты вошел в это биополе? Жрать захотел, да зашел. И все? Вот просто так, да? А если я тебе сейчас рога обрежу, потому что мне хочется, как ты посмотришь? И яркая она была, много можно чем поживиться. Показывает, что у него есть воронка, да. Блуждающая, она как юла. Он ее закидывал несколько раз. Карина защищала Меркаба, и он во сне запустил, где ослаблена у нее защита. Хорошо, демон. Вот сейчас в такой ситуации ты находишься, как она во сне находилась. Ты сейчас абсолютно беззащитна. Я могу тебя сейчас уменьшить, я могу тебе срезать рога, я могу сделать с тобой что угодно, вплоть до достать энергию царя Соломона и сжечь тебя ей. Если Карина, конечно, это пожелает. Вот как да тебе ладно, что такое зло? Я пожрать пришел. У тебя должны быть основания для того, чтобы войти в биополе человека осознанного. У тебя этих оснований нет. Ты подкинул воронку, у тебя у самого 18 Гц. У воронки больше 23-24 Гц. Ты боль любишь. Ты боль любишь. Я могу тебе эту боль дать. Я сейчас открою поток любви абсолютно на твоей клетке, ты ее почувствуешь. Че, дурак, что ли? Я не про это говорю. Боль люблю. Вкусная она. Че, не видишь сам? Ты напал на душу. Она тебе никакого основания не давала. Если бы ты напал на кого-то, кто тебя призывал, кто просил магии, кто просил денег, кто просил славы, чего угодно. Это другие. Вот я тебе за это и говорю. Это другой вкус. Вкус разный. Такие тоже есть. Вот к таким и ходи. Что-то к ней пришел. Она осознанная душа, она старается. Ты мешаешь ей развиваться. Я это могу сейчас посчитать как нападение на нее. Если я посчитаю как нападение, ты получишь точно такой же результат. Нападение на тебя. Я могу тебе вернуть всю эту боль. Одеть на тебя эту юбку сейчас. Одеть тебе эти качели. Ты будешь крутиться 360 градусов вокруг себя. Но я этого не буду делать. Я просто хотел, чтобы ты задумался. Что может с тобой случиться, если я тебя еще раз встречу в этом биополе? Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Карина спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, выстраиваются также каналы к ее юбке, качелям и всем артефактам демона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Карине. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Я бы тебе ни слова не сказал, если бы ты зашел к тому, кто заслужил твоего присутствия. Жри сколько хочешь. Таких людей достаточно на Земле, у которых ноль осознанности, которые как раз все их вибрации на твоей чистоте. Но ты вошел в биополе чистого человека, которого я очистил. И ты мешаешь своим воздействием ее развитию. И я не намерен это терпеть.
Ждем окончания реверса. Но не уходит боль и уходит напряжение с верхних чакр. Помогаемая энергия усилий все в 50 раз дополнительно. Все назад. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Карина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, возвращает Карина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Все забираем из артефактов его. Все родные энергии, энергию жизни, биоматериал, все, что может находиться на этой частоте, мощным потоком пошло назад, как от демона, так и от артефактов. Все назад по праву. Ну и в ступни возвращаются те места, где да. были поранены, они наполняются сейчас энергией, закрываются полностью ран. Готово. Сканер, просканируй Карину. На частоте демона его артефактов не осталось ли что-то незамеченное, что мы еще не вытащили? Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Карины с демоном и всеми его артефактами. До 100% пошел процесс. Готово. Включая внутренний белосвет Карине, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, остаточная энергия от демона и его артефакта выходит и формируется в шар перед ней. Вышел шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия сжечь все каналы. 1, 2, 3, удар. Сжигаются каналы, открывая воронку в галактическое ядро, не улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Под артефактами демона открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Они уходят на переработку. Демон, в следующий раз ты уйдешь вслед за ними. Закрывая, печатаю, растворяю. Тебе все понятно? Да, понял, понял. Готов уходить? Готов, открывай. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Посмотри, сколько энергии нужно Карине и какая частота вибрации. 380 и 26. На счет 3 макушку головы Карины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Карина, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Гибкое чувствую. Еще я какая-то плавная стала, мягкая вся. Поняла, что гармонизация очень сильно важна. Иначе все энергии внизу собираются, дают мне тяжесть. Это верно. Ваша меркаба работала, демон это подтвердил, он просто нашел слабое место. Перед тем, как войти в ваше биополе, он вошел ночью. Я вам рекомендую, когда вы ложитесь спать, активируйте свои защиты и дайте себе команду «Мои защиты действуют и во сне», когда я не владею своим физическим телом. Этого будет достаточно, и нормально можете спать. Хорошо, буду возвращать вас назад.